номер 5 Максим Фишер и Кристина Федорова, Сейрадлис. Море. Когда ты смотришь на бескрайние просторы Белого моря, кажется, что оно вобрало в себя всю мощь и величие русского севера. Именно здесь берет свое начало моя малая родина, город трудовой доблести и славы Сейрадлис. История моего города началась с рабочего поселка Судострой, основанного рядом с Непало-Карельским монастырем неподалеку от Архангельска. Место в третьей Северной Двины считалось наиболее защищенным с Белого моря. Именно там было положено начало судостроительной промышленности. Вчерашние поморы и крестьяне, для которых море как поле, строили из поселка город, живущий в ритме верфи. Была обеспечена мощь Северного флота, что имело большое значение в годы войны. В наши дни Сейрадлис носит государственное почетное звание «Город трудовой доблести». Я часто вспоминаю суровую, но такую родную северную природу моей малой родины. Здесь можно вдохнуть холодный воздух Белого моря, насладиться северным сиянием над бескрайними льдами или ярким закатом на пляже острова Ягод. Но ты взрослеешь, а покидаешь.